помазание сегодня распадается, ярмо. От помазания распадается, ярмо. От помазания распадается, ярмо. Сегодня мы претендуем на великую силу Божью, на великую силу Божью, потому что благодать Иисуса Христа сегодня изливается на вашу жизнь, изливается на вашу жизнь. Разрушение проклятий, разрушение проклятий, колдовство наведенное на вас, колдовство наведенное, я вижу, на весь род было наведено колдовство, прямо сейчас разрушено во имя Иисуса. Сейчас я разрушаю это проклятие. Колдовство разрушаю, дух смерти разрушаю прямо сейчас. Дух смерти, мучения. Вот этот дух. Смотрите, сейчас вот конкретно, я даже вижу женщину, на которой вот сейчас ее показывают. Сейчас на вас разрушается проклятие. Это касается вашей души, вашей личной жизни. Это касается вас. Прямо сейчас этот демон, он оставляет вас. Этот дух женской немощи. Прямо сейчас во имя Иисуса выйдем вон, дьявол. Вот так и понеслась. Посмотрите, через телевизор, смотрите, опа, сила Божья. Вот это и есть то, что сейчас происходит по всему миру, друзья. Сила Божья освобождающая. Невероятные вещи сейчас делает Бог через экран телевизора. Просто я находилась в Киеве на сцене, апостол за 1000 километров. И молился за меня, я получила освобождение на душевной сфере, исцеление семейной жизни. Что-то невероятное на этом саммите происходит вообще. Бог так движется через, просто через молитву, через экран телевизора.